Издревле на Руси создавали всевозможные талисманы. В защиту от нечистой силы из глаза, на удачу, для здоровья. Химчане тоже научились делать куклы-обереги. Это оказалось вовсе не сложно. Не нужно даже ничего шить. Понадобится лишь простая инструкция и вдохновение. Ну и, конечно, старая одежда. Традиционно они делаются из лоскутов одежды, поношенной одежды. То есть, потому что поношенная одежда уже имела свою какую-то... так сказать, духовное начало, там этот кусочек, он уже имеет какое-то обрядовое свойство. Встречу провела мастер по декоративно-прикладному искусству Антонина Птицына. Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте evenadmhimki.ru.